Итак, всем доброе утро. Сегодня мы сделаем с вами три практики. Расширение, расфокусировка сознания и наполнение родовой энергией. Практика «Родовая энергия» в записи не будет. Она будет только для тех, кто участвует в онлайн. Поэтому я запись выключу на самом интересном месте. И в следующий раз подсоединяйтесь, поучаствовать вживую. А сейчас давайте с вами выразим намерение на сегодняшнюю практику. Практика расширения расфокусировка позволяет приблизить то, что мы хотим, в свою жизнь. Вы можете любое намерение, ваше желание, которое вы хотите в своей жизни, чтобы оно вам пришло, или получить какой-то ответ, или чтобы все сложилось самым наилучшим образом. Но все это должно быть в созидательном ключе. Мир во всем мире тоже подходит. Или хочу признать своих родителей. Хочу, чтобы мои отношения наладились. Да? Хочу узнать, как правильно поступить, чтобы сделать правильный выбор в каком-то вашем деле. И сейчас просто сосредоточьтесь, закрываем глаза и начинаем потихонечку дышать, формируем ваше намерение, ваше желание. Желание и намерение может быть как на сегодняшний день, так и на вообще какое-то на общее пространство. Да? Вот, допустим, если мир во всем мире, то это не только на сегодняшний день, это как бы с перспективой. Или для себя лично. Что делать, это лично каждый выбирает из вас. Закрываем глаза, садимся так, чтобы у нас спина была ровная и прикасалась к поверхности, чтобы вы могли расслабиться. И начинаем потихоньку дышать. Спокойный вдох через нос. Набираем полные легкие. И спокойный выдох через рот. Делаем такую струйку воздуха через рот. Выдыхаем все напряжение, выдыхаем все, что нам мешает. И расслабляем тело. Еще раз делаем глубокий вдох. Ощущаем, как струйки воздуха входят через наш нос, наполняют полностью наши легкие. И выдыхаем все напряжение, все, что лишнее в нашем теле, в нашем сознании. Выдыхаем через рот, освобождаем пространство для вашего намерения. И снова вдох. И выдох. Опускаем наше сознание, наше внимание в центр нашей груди, в сердечный центр. И визуализируем, представляем, рисуем наше намерение, наше желание. Продолжаем дышать вдох носом, выдох ртом. И открываем наши глаза, находим точку перед собой. Смотрим сквозь нее и одновременно расфокусируем взгляд вдоль горизонта. Максимально влево, максимально вправо, максимально вверх, максимально вниз. Вы видите картинку всю перед собой, все пространство перед вами вы видите одномоментно. И смотрите сквозь точку вперед. Делаем вдох через нос. На выдохе наше намерение из сердечного пространства посылаем сквозь точку, в которую мы смотрим, вперед. Выдыхаем полностью воздух. И задержка дыхания. Для комфортного в ваше время комфортное.
Делаем вдох через нос. Наше намерение через сердечный центр переносим над головой на вдохе. В точку Бога над головой 10-12 сантиметров и задержка дыхания. Внимание наше концентрируем на нашем намерении. Взгляд расфокусирован. Выдыхаем через рот и переносим наше намерение через сердечный центр, вперед, через точку, которую мы смотрим. Задержка дыхания. И внимание на нашем намерении. Делаем вдох, снова переносим наше внимание и намерение в точку Бога над головой. Взгляд расфокусирован. Задержка дыхания. Делаем выдох, переносим наше намерение вперед через точку внимания, которая расфокусирована, и задержка дыхания, максимальный выдох. И снова делаем вдох, переносим наше намерение через сердечный центр в точку над головой. Задержка дыхания, концентрация внимания на нашем намерении. Делаем выдох, закрываем глаза и отпускаем наше намерение в пространство. Продолжаем дышать. Нос, вдох, рот, выдох. С каждым выдохом расслабляем наше тело. Медленный, спокойный вдох через нос. И спокойный выдох через рот. Расслабляем полностью наше тело. Глаза закрыты. Открываем внутренние глаза. И просматриваем все наше тело изнутри. Осознаем размеры нашего тела, объемы его. Прочувствуйте температуру. Количество энергии в вашем теле. Полностью расслабьтесь. Проговорите на вдохе «Я».
На выдохе есть. На вдохе я. Здесь. На вдохе я. На выдохе полностью расслаблен, расслаблена. И снова все внимание внутрь. Снова осознайте, как ваше тело касается пола, как ваши стопы чувствуют стельки или пол, как ваше тело соприкасается с одеждой, с окружающим пространством. Ноги, руки не перекрещены. Осознайте объем вашего тела. Осознайте границы вашего тела. И делаем вдох, увеличиваемся до размеров сферы в 2-3 раза больше, чем ваша энергия тела. И на выдохе изучите эту сферу. Позвольте раствориться вашему телу в этом пространстве. Осознайте, что сфера – это вы. И ваша энергия находится в каждой точке этой сферы. Вся сфера заполнена вашей энергией. Вы одномоментно есть в каждой точке этой сферы. Прочувствуйте границы этой сферы. Делаем вдох и расширяемся до размеров помещения, в котором мы находимся. И осознайте размеры этого помещения. Прочувствуйте все, что находится в этом помещении. Прочувствуйте, какая температура стен, какая поверхность всего, что находится здесь у вас, в этом помещении. Делаем вдох и расширяемся до размеров здания. И осознайте, что все это здание, вся территория этого здания, весь объем наполнен вашей энергией. Вы одномоментно в каждой точке пространства. Почувствуйте конструкцию этого здания. Почувствуйте, что находится в соседних помещениях. Делаем вдох и расширяемся до размеров микрорайона, в котором вы живете. Осознайте границы этой территории. Почувствуйте, осознайте объем этой территории. И осознайте, что вы одномоментно находитесь в каждой точке этой территории, в каждой точке этого объема. Ваша энергия в каждой точке этого пространства. Делаем вдох и расширяемся до размеров города или области, в котором мы находимся. Прочувствуйте границы этой территории. Осознайте объем этой территории. Осознайте, что вы одномоментно находитесь в каждом атоме этого объема, в каждом фотоне. И каждый атом этого объема, этой территории находится в вас. Делаем вдох
и расширяемся до размера континента. Почувствуйте объем этой территории. Ощутите себя в каждой точке пространства, в каждом атоме. Осознайте, что вы находитесь одномоментно в каждом дереве, в каждой травинке, в каждом живом существе на этом континенте, в этом объеме, в каждой речке, в каждом озере, в каждой точке пространства и атома находится ваша энергия. И энергия этого континента одномоментно находится в вас. Вы та капелька в море, которая знает все о море. Делаем вдох и расширяемся до размеров планеты Земля. Почувствуйте этот объем. Осознайте свою мощь. Почувствуйте себя в каждой точке этого объема. Разрешите себе присутствовать в каждой точке этого пространства. Вы капля, которая все знает об этом пространстве. Вы тот маленький атом, который все знает об этом пространстве. И все пространство знает о вас. Делаем вдох и расширяемся до размеров Вселенной. Осознайте себя частичкой мироздания, которая одномоментно присутствует везде. Ваша энергия присутствует в каждой точке мироздания. И почувствуйте, что энергия вашего намерения заполняет одномоментно все пространство. Все пространство Вселенной. И сейчас каждая точка мироздания, каждый атом, каждый фотон этого пространства, этого объема наполнен энергией вашего намерения. Сейчас вся Вселенная знает о том, что вы хотите. И вся Вселенная сегодня будет работать над вашим желанием и намерением. Вам останется только принимать то, что вы хотите. Почувствуйте энергию этого пространства. Осознайте себя той частичкой, которая знает все об этом пространстве. И все пространство знает о вашей частичке, о вас. Увидьте планету Земля. Возьмите ее в ладошки. И пошлите ей из своего сердечного пространства любовь, безусловную любовь. Пошлите ей энергию безусловной любви Творца, которая одномоментно находится в каждой точке пространства. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров планеты Земля. Почувствуйте
как вокруг вас образовывается нежное, обволакивающее облако энергии безусловной любви. Почувствуйте себя полностью защищенной или защищенной. Все происходит самым наилучшим образом для нас и для окружающего пространства. Делаем вдох. И на выдохе уменьшаемся до размеров континента. И наблюдайте, как вся энергия стекает и заполняет весь этот объем. Энергиями безусловной любви. Энергиями, нужными для того, чтобы ваше намерение исполнилось самым наилучшим образом. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров нашей страны. Осознайте объем этой территории. Позвольте этим энергиям заполнить это пространство. Почувствуйте, как энергии начинают уплотняться, материализоваться и заполняют все пространство этого объема. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров области или города, в котором вы находитесь. Почувствуйте, как материализуется эта энергия, и вы начинаете чувствовать ее на ощупь. Начинаете чувствовать, что эта энергия вокруг вас. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров микрорайона. Почувствуйте, что энергия безусловно, любви и энергия, нужная для исполнения вашего намерения, вашего желания, заполняет полностью весь объем, все пространство, в котором находитесь вы. Вы и есть это пространство. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров здания, в котором мы находимся. Почувствуйте объем этого здания, границы этого здания. Ощутите, как каждая точка этого здания, этого объема наполняется энергией безусловной любви. Почувствуйте, что меняется в этом пространстве? Делаем вдох и уменьшаемся до размера помещения, в котором мы находимся. Позвольте энергиям заполнить полностью это пространство. Почувствуйте, как они уплотняются и начинают приобретать форму. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров сферы. Почувствуйте объем этой сферы. Почувствуйте все энергии, которые наполняют эту сферу. Почувствуйте себя в каждой точке пространства этого объема. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров физического тела. Почувствуйте, как энергии всей сферы уплотняются, сжимаются,
материализуется в вашем теле. Почувствуйте границы вашего тела. Ощутите объем вашего тела, ту энергию, которую сейчас вы получаете из пространства. Пошевелите пальчиками ног, рук, наклоните голову вправо, влево, вперед, назад. Сделайте глубокий вдох, откройте глаза, поморгайте и потрогайте свое тело, ощутите его на прикосновение. И возвращаемся в здесь и сейчас. И сейчас всем, кто присутствует, подарок. Наполнение родовой энергии. И знайте, что всегда эти родовые энергии вам доступны. Вам просто нужно к ним обратиться. И если какая-то негативная программа всплывает, ее всегда можно перепрограммировать. Сначала принять, потом перепрограммировать. Делаем вдох, выдох. И открываем ваши чудесные глаза.